Мы находимся на выставке CPM-2019. Все запахи, которые мы здесь чувствуем, я так понимаю, мы чувствуем благодаря вам. Да, добрый день. Компания «Третье чувство» потрясающая. Уже давно, 9 лет на рынке. Мы организовываем отличные, даем возможность, чтобы все вкусно пахло. «Третье чувство» – это прямая трансляция, да? Да. Окей. Мы давно находимся на рынке. И хотели бы предложить вам потрясающую возможность. Вы знаете, у меня так все красиво получается всегда, а вот здесь я растерялся. В общем, мы помогаем ароматизировать бизнес, чтобы бизнес пах. «Третье чувство» повышает конверсию на 30-35%, располагает людей. Наша задача, чтобы человек зашел, почувствовал и расположился прекрасно. А какие запахи самые популярные? Чем вы удивляете? Вы знаете, у нас все ароматы имеют прекрасное свойство, чудесное просто. Допустим, белая яхта, пачули, амбра. У нас более 78 ароматов в нашей линейке. Также наша парфюмерия класса А в лучших домах Франции. Джо Малон, Шанель. То есть получается, что... Великобритания, Германия и Франция, да. Извините, я просто переживаю, никогда не давал интервью, да. Какие еще у вас будут вопросы? Какой ваш самый любимый запах? Мой лично самый любимый запах – это цветущий имбирь. У него такие, это моноаромат, точнее не моно, это, да, это моноаромат, и он просто шикарно влияет на внутренний мир человека, скажем так. Здорово. Пройдемся сейчас по выставке и все понюхаем с вами. Удачи вам и спасибо хорошего большое. Дня.